Сегодня в Виннице презентация уникальных драгстеров, уникальных автомобилей, четырех топ-пилотов украинского драгрейсинга, звезд. Напротив нашего горисполкома мы решили сделать для винничан вот такую выставку очень уникальных, крутых, мощных автомобилей. Огромное спасибо нашему мэру Сергею Анатольевичу Моргунову, спорткомитету городскому и областному за то, что помогают проводить соревнования в Виннице очень высокого уровня. Бублик Елена, я представляю в драгрейсинге город Запорожье, езжу в данный момент на Nissan R32, примерно лошадиных сил около 2000. Есть рекорд 7,7 секунды, хочется улучшиться. У меня команда, да, механики, это компьютерщик, я пилот, как бы у каждого своя задача. Рекорд, который нами был поставлен, это рекорд нашей команды, не мой личный, потому у каждого своя задача, кто-то настраивает компьютером, кто-то крутит детали, я пилот, я езжу, как бы все. Машина начала строиться с 2008 года, было очень много версий этой машины. Это версия 2017 года последняя. Планы грандиозные, скажем так. Будем стараться их внедрить в жизнь. Здесь представлен мой автомобиль, на котором я завтра постараюсь что-нибудь показать. Машина идет в процессе сейчас настройки. Интересный, в общем-то, автомобиль. 8,2 бигблок американский стоит с двумя турбинами BorgWarner 400. Команда у нас, в принципе, одна и та же, с большими изменениями, что у Сергея Соловченко, двукратного чемпиона Украины. Мы с ним, в принципе, это хорошие друзья и часто-густо работаем вместе. Машину Promote Top Speed, вот она слева от меня. В машине 4000 лошадиных сил, это машина класса Promote Turbo, в Америке такой класс есть. Мотор V8, алюминиевый блок, цельноточенный, 8 цилиндров, объем 8,6 литра, 4000 лошадиных сил, коробка автоматическая, трехступенчатая. Yeah.
Сегодня второй день, финал украинской драгрейсинг-серии Винница Гран-при. К нам приехал Андрей Кравченко, показал промод впервые в Украине, в Виннице. Он сделал этот заезд, было очень круто и классно. Елена Бублик привезла свой 2000-стильный Nissan Skyline, Игорь Врабия. Много людей, много крутых автомобилей, отличные заезды. Сегодня воскресенье, отдохнули в гостинице, приехали на тренировки. Более-менее день проходит удачно, хотя есть свои технические вопросы, так как машина не на 100% была подготовлена. Умышленно уменьшаем немножко мощность. Ждем хорошего зацепа, скажем так. Сегодня отлично покатался, заработал второе место, очень все круто, классно. Катаюсь на такой беленькой Ямахе, тоже мы с ней неразлучны. Будем на следующий год что-то уже делать, менять, подготавливать, чтобы брать уже первое место, пора уже. Будемо сьогодні дивитися на те, як будуть ганятися найкращі пілоти з України та з інших країн. Наприклад, я знаю, що є з Білорусі гонщики. Загалом чекаємо феєричного дійства, і це буде круто. Я хороша 4000 сильна, а в переводі на лошадіні сілі Вінницькі – це 80 таврій. 80 таврій їздить в одній машині, щоб ви собі розуміли. Сегодняшний день, то, что трасса хорошо была подготовлена, в принципе, наверное, в Украине для драгрейсинга это лучшая трасса. Время у меня отличное для сегодняшнего дня, 8.87, все отлично, то, на что рассчитывали, выход из 9. Сегодня Винниця, третий этап чемпионата Украины, машина моя Chevrolet Camaro ZL1, приблизно 750 лошадиных сил. Я думаю, что сегодня, подивіться на людей, от поверніть камеру, подивіться, скільки людей, який ритм. Я думаю, все буде супер. Хочу сказать, что Винница – это моя любимая трасса, самая лучшая организация по гонкам. Реально говорю, где бы ни был, в многих странах, ну как здесь принимают и как происходит организация на 10 с плюсом. Ну, у нас 10. Скажите, пожалуйста, впечатления свои от заезда, от финала. Ну, что я вам скажу, организация прекрасная в Виннице. Я что смог, то показал. В принципе, самые две лучшие машины будут в финале. Отлично, спасибо вам огромное, вашей команде, вашей семье, за то, что вы приехали к нам в Винницу первый раз, но, надеюсь, не последний. Would you ever promise not to break? Would you ever give chance opportunity?
этом году Винницкая областная федерация драгрейсинга и дрифта провела украинскую драгрейсинг-серию из трех этапов. Все они проходили в Виннице. Сегодня был финал. Отличная гонка, много крутых пилотов. И это то, что мы делаем от души для всех любителей драгрейсинга.